Такси в Токио при посадке берет 420 йен. Там наши деньги примерно 250 рублей где-то примерно в среднем. И за каждую минуту... Сколько берет за каждую минуту? За каждую минуту берет, не знаю. А вот это ночью получается 420 йен плюс, не знаю. Вот мы отлично посчитали мы с тобой. В общем, мы проехали там буквально, не знаю, сколько проехали километров, когда ехали до кино. Километров 5 проехали, заплатили за это на наши деньги. Сейчас уже сверху заплатили. Сколько уже? 1380, да? 1460 уже. Что-то мы уже заплатили сверху. В общем, за 5 километров мы заплатили, наверное, 1500. Где-то. А, ну ты сейчас смотришь? Ну да, сейчас уже рублей 900 заплатили. Нам еще ехать и ехать. В общем, такси здесь достаточно дорогое. Мы методом арифметических вычислений поняли, что примерно стоимость всех услуг в Японии, она в 3 раза выше, чем в России. В 3-4 раза. Но и уровень зарплат выше в 10 примерно раз. То есть средняя заработная плата в Японии составляет 5-6 тысяч йен. Долларов, вернее, извиняюсь, долларов 5-6 тысяч, то есть наши деньги это 300. У нас средняя зарплата 30, это, не знаю, даже в хороших городах. Вот, поэтому в 10 раз больше здесь заработная плата, но уровень жизни, уровень трат на коммунальные услуги, на развлечения, на такси, на транспорт и так далее, налоги здесь выше тоже гораздо. То есть, ну, тем не менее, то, что зарплата выше в 10 раз, а стоимость жизни выше всего в 4 раза. Арифметика не в пользу России, в пользу Японии. Вообще здесь, конечно, дорого все, да, если это сравнивать даже с другими азиатскими странами, то, конечно, здесь гораздо дороже, чем в Китае и в Таиланде. Наверное, можно сравнить, может, с Европой, наверное, скорее всего. Мы здесь приходили уже сегодня, да? Вот такие зеленые зайчики там. Что это интересно здесь такое? Анимашки. Ой, китайские. Китайские. Тут, конечно, много забавных мелочей, как бы, в отличие от других азиатских стран, вот как бы мелочи эти, они незаметны с первого взгляда, но постепенно, если тут, наверное, пожить некоторое время, недели там 3-4, то ты, конечно, проникнешься этими мелочами. Так на первый взгляд они не бросаются в глаза, но вот много на самом деле мелочей. Японцы очень уважают себя и нацию свою, заботятся об этом. То есть у них как бы ко всему отношение очень такое трепетное, щепетильное, там, не знаю, даже коснись там любых, там, общественные туалеты, они всегда все чистые, везде там технологичные, то есть, ну, люди об этом беспокоятся, все это все бесплатно абсолютно в этом плане. Если услуги какие-то дорогие, то они оказываются в полной мере, в полном объеме, без всяких там, но если, может быть, все оказывается за то, что ты за них заплатил. Все деньги этого потрачены, они окупаются полностью. У нас этого нет в России. У нас, если ты даже заплатил за какую-то услугу, она тебе не окажется, и ты еще будешь в этом виноват. Здесь все наоборот, с точностью. Здесь очень, очень четко все исполняют свои обязанности. В этом плане, наверное, Россия на десятилетие отстает от Японии. Просто здесь все выполняют свою работу. Делают это ответственно. В этом весь секрет.